Итак, друзья, на Redmi Note 8 Pro вышло последнее обновление. Давайте посмотрим, как оно называется. Называется оно... Итак, друзья, на смартфоне Redmi Note 8 Pro вышло последнее обновление. Давайте посмотрим на него. Соответственно, оно называется 12.5.3. И здесь что нового? И смотрите, обновление системы безопасности, улучшена безопасная система. Вот, собственно, и все. Ну, иногда у нас меняются и характеристики. Но это не всегда, но где-то так. Друзья, сейчас скачаем с вами и обязательно установим это обновление, и будет нам счастье. Все скачалось, распаковалось и перезагрузилось. Нет, еще пока не перезагрузилось. Ну что, друзья, обновление установилось. И что мы с вами делаем в первую очередь, когда обновление-то установилось правильно? Мы тестируем в 3D-марке. И сейчас этим и, соответственно, займемся в 12.5.3. Соответственно, я не знаю, почему вот он так делает. Но вот в целом... Значит, поехали, понеслась. Почему он так переворачивается, вообще непонятно, но такое бывает. Соответственно, друзья, что мы сделаем сейчас? Возьмем и, значит, протестируем, естественно, в Antutu и сравним баллы. Конечно, кто-то скажет, это идиотское занятие, но я так не считаю. Смотрите, 304 тысячи. И, кстати, значит, запомните это число, 304 тысячи, потому что в вот сейчас, когда проведем тест, да, после него, короче, у нас может быть меньше баллов, чем первый раз было при предыдущем обновлении. Друзья, вот о чем я и говорил. Было 304, стало где-то 290 тысяч, то есть упал где-то на 15 тысяч. Ну вот как-то так. Ничего не поделаешь, такие результаты. А, смотрите, вот причина, я нашел, друзья. Место в хранилище 6%, друзья, видите? Производительность хранилища упадет, если останется меньше 25. А у меня 6, вот поэтому такие оценки, вы поняли, да? Вот, осталось, ну короче, вот, все подробнее. Результаты, если кого интересуют. Но вот они вот такие. Кстати, давайте посмотрим самое интересное. Максимальная температура 36,2. И потом она еще упала до 35,6. Ну, 36,2. Очень не горячий. А, друзья, что касается устройства. Я уже посмотрел, потестировал. И я вам скажу честно. Кажется, что прям реально стал быстрее. Может быть, я сошел с ума, и это всего лишь мне кажется. Может быть, нет. Но действительно такое ощущение, как будто это
значит, система, она работает быстрее, ну, честно вам скажу. Ну, а на оценке, значит, 3D в прошу прощения, бенчмарке AnTuTu можно не обращать внимания, потому что, друзья, вот ощущение, оно самое главное. Друзья, ладно, я надеюсь, что все хорошо относятся к шуткам. Значит, что еще сказать? Ну, конечно же, все открывается, все работает хорошо. Естественно, давайте проверим на камере. В целом, все отлично, да, все замечательно. И я вам скажу, что очень даже немедленно работает, все вполне себе нормально. Друзья, ну вот, как-то так. И напоследок, конечно же, с вами сыгранем в гоночки, которые все очень любят. Ну, это такая традиция просто. Вот, соответственно, так что я что удалил? А, нет, асфальт нельзя удалить. Ну что ж, пришлось. Надеюсь, музыка не особо авторская. Нас не задавит за авторский товар. Вот такая вот такой графика. Наганулись. Этого раньше не было. Это действительно проблема с памятью. Опа! Опа! Так. Короче, все отлично, друзья, как обычно, очень производительный смартфон, даже сейчас очень актуален, и за такую цену, за которую я уже покупал, да, с такими характеристиками сейчас такой смартфон не найти. Сейчас он раньше последняя цена была 18 000, и он за 35. Вот, так что вот так вот. Отлично. Смартфон, давайте проверим, свернем, насколько он так сворачивается и насколько обратно потом, да, друзья, ну вот, собственно, как-то так. Отличное обновление, всегда советую обновляться, вам советую обновиться. Вот как-то так, всем пока, до свидания.